Я занимаюсь кунг-фу 35 лет. Боевое искусство оставили. Это интересно, но никому сейчас это не надо. Современный мир, он требует немножко других подходов. Следующий пласт, который изучается в боевых искусствах кунг-фу, именно то, что мы преподаем, это работа над своими способностями, возможностями, над тем, что вы можете как человек. То есть в вас скрыто что-то, и вы не понимаете, кто вы. И с помощью гимнастик, медитации, специальных знаний вы раскрываете себя. Ну, может, вы художник, может, вы поэт, может, вы там писатель, а вы об этом даже не догадываетесь, ну, приблизительно догадываетесь. Как на гора вывести вот то, что вы чем могли бы обладать. Для этого есть техники.